Уважаемые телезрители, близится и, по всей видимости, уже настал 2013 год. Для кого-то ожидаемый, для кого-то нет. Но все же с фактом не поспоришь. У кого-то было много неудач, проблем. Негатива. Хотелось бы, чтобы в новом году этого было поменьше. Или, по крайней мере, не так значительно, чтобы запоминалось. Хорошее. Уверен, что многие из вас, и в том числе я, чего-то добились, обрели, поняли. Решили и получили. Хочется пожелать всем, чтобы хороших моментов было побольше. Чтобы каждый день, или хотя бы чаще, чем в прошлых годах, вы просыпались с хорошим настроением, с желанием достичь поставленных целей. Меньше лени, делай сегодня то, что можно отложить на завтра. Всем хорошо встретить и, конечно же, прожить этот 2013 год. С вами был и остается Зоркс. Подписывайтесь на мой канал, улыбайтесь чаще и стремитесь к хорошему.